Microsoft есть. Подвигай сюда. Так, у него... Сейчас посмотрим. У него сила. У нас уже все завиты. Сейчас она его слабая ловкость. Интеллектом можно заниматься, да. Вещичек. У вас не хватает денег. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 589. Ничего страшного. Соберем. И меня вернем. Вернем. Еще как вернем. О, да ладно. А, да, завивушка. Собака. Доберман. Скорость исцеления умножить на 2. Это круто. Это здоровье, в смысле, его восстанавливается. Но у нас сейчас пока, конечно, не получается. Нам придется 2, потому что долго. Так. Пока ей дадим собачку. Пока на время. Ну, потому что у нас самим-то деньги нет с таких степени. Так, по заданию, что у нас. А, кстати, ребята, в предыдущей серии не было возможности говорить с телефоном, потому что родители сидели с нами телевизор, поэтому мне там пришлось. Вот я же говорил, что... Так, убежище должен быть 3 вызов жителей. Это не проблема, решим. Так. Мы просто расширяем комнаты по одной причине, чтобы было больше возможности населения увеличиваться. Нет, теперь здесь у нас просто получается перестройки, у нас пойдите иначе по-другому. Ну, здесь так всегда, только у нас кладовка у нас пока еще нету. Ну, кладовка будет, только она уже есть. Вот она. Одна. Построена. Можем устроить. Есть. Нам повезло. Оружие, естественно, мы всех выдалим. То есть выдадим. Обязательно. А там же. Здесь люди тоже нужны. Нападение. От них тоже, конечно, соберешь, но не такой уж степени большой. Но...
представляется. Уже двое устранены. Но если еще меня, если было бы вернуть, да? На защиту. О, оружие получили. Скоро всех выдали здесь оружие, из того вы везде, короче. Все, он труп. Все разобрались. Да, разобрались. И дальше. Так. Жалко, что больше нету. Это сейчас не появляется незнакомый. Там наоборот больше получаешь крышки. Денежки, так сказать, по-русски. Стоик сколько? 589. Нам не хватает 142. Не хватает. Нам повезло. Просто оружие, просто куча собрал, просто замечательно, на всех хватит. Столовую, всех, короче. Убирать-то мы не будем, потому что он такой, я такой нужен, я только зарисовался под себя. Мы там все, да. Вот, видите? Некоторые с английскими и английскими, да, написано на имя вашего канала, или там вы используете как фамилию, вот. Вот я путешествую, и Лена. Ну я-то умер. Ничего страшного, я вернусь. О, уже пятый вызвал. Так у нее первый уровень, конечно. Она, конечно, не получает, потому что она нигде не работает. А мои
вот сюда поставим. Пока что можно ее туда. Если кто будет на защите, это я. Все. Производство лекарств, производство от радиации. Все заняты. На своей позиции. Они будут сюда нападать. Всем покажется, ей так придется тоже приготовиться. И мы сейчас сегодня, ребята, у нас немножко будет длинная серия, потому что мы сейчас будем немножко постараемся пособирать денежки для того, чтобы меня вернуть. Расширять пока что здесь ничего не будем, потому что расширять будем постепенно только тогда. Вот у меня есть 194, да, получим. А нужно же не оживить всего за 589. А мне не хватает. Зато одежду для производства воды, то есть хаизин и оружие. Всего. Но только вот этот, он цену бесполезен. Вот этот второй. То есть вот эта одежда. Которая в предыдущей серии там попадался. Которую я выполнял просто случайно. Ну так было по заданию. Для того, чтобы получить хэшдок, то есть, ну, чемоданчик. И так далее подобное. Так, просто производится. И здесь тоже производится. С водой, конечно, пока что все в порядке, но все равно рано и поздно нам нужно еще больше людей. Чуть-чуть не хватает. Там 589, а у нас 539. Нам не хватает еще 50. Ну, почти меня отживели уже. Ну, собираемся возвращать мою жизнь. Все равно нужно. Все равно будем расширяться.
всегда понятно, что у нас все в порядке, а вот с водой сейчас будет проблема. Ладно, ребята, на этой серии мы заканчиваем. На следующей серии мы продолжим. Вот, мы ее прокачали. Отлично. Опа, нападение, так сразу насекомое. Хорошо, что некоторые были вооружены. Спасибо. Ждите следующей серии. Немного позже. Всем спасибо. Всем пока.